Всем привет, это канал Саша Киндер, и сегодня мы открываем 4 яйца My Little Pony. Смотри, Саш, какая игрушка. Вернее, игрушки будут внутри. Итак, начнем. Первое яйцо, они в принципе все одинаковые. Вот как выглядит яйцо. Так, открываем яйцо. Так, надо разобрать полностью. Давай, Саш, открывать. Да, у нас тут должны быть маленькие пони. Открываем. Да, смотри, какая игрушка. Открываем, достаем. Вот, смотри, какая игрушка. Итак, у нас здесь... сейчас давайте посмотрим. Это у нас... что же это такое? Это, походу, какой-то космический корабль. Угу. Да, это космический корабль. Смотри, Саш. Смотрите, что здесь есть. Давайте будем собирать. Итак. Судя по всему, он уже собран. Ага, вот. Нужно соединить вот эти две части. Там ничего нет, Саш? Там ничего нет. Там пусто. Вот эта штука. Это у нас какой-то космический шаттл. А еще здесь есть возможность набрать воду. Вот сюда залить водичку, вставить и брызгаться. Но мы брызгаться сейчас не будем, но такая возможность есть. Да, Саша? Держи, Саш. Какой-то космический аппарат. Следующее яйцо. Это тоже My Little Pony. Но игрушек здесь нет My Little Pony, здесь какие-то другие игрушки. Открываем. Опа. Так, смотри, еще одна игрушка, Саш. Вот еще одна. Да. Открываем. А что здесь? А здесь у нас птичка. Вот такая птичка. Смотри, Саш, птичка. Она такая красивая, с крылышками. Ой, это рыбка. Это рыбка. Вот такая рыбка. Если ее поставить, она даже стоит. Вот. Так, у нас есть шаттл космический и рыбка. Вот, Саша, тебе нравится. Итак, у нас здесь вот такая рыбка. Она может быть как птичкой, так и рыбкой. В общем, я не ошибся. Вот она. Вот она у нас рыбка. А вот птичка. Смотри, Саш, вот, держи. Так, двигаемся дальше. Следующий киндер. Открываем. Да. Следующий киндер. Вот. Снова открываем. Смотри, Саш, новый киндер. Новый киндер. Что же у нас будет здесь? Здесь у нас какой-то конструктор. Что это? Это у нас какой-то зверек. Какой-то зверек. Сейчас мы его будем собирать. Давайте соберем. Итак, у нас получился вот такой вот робот. И на него нужно наклеить вот такие наклеечки. Держи, Саша. Раз игрушка. Два игрушка. Сашка, не упади. Сейчас наклеим наклеечку. Вот, получился у нас вот такой вот робот. Вот такой. Вот у нас уже три игрушки. Вот они. И открываем четвертую игрушку. Так, смотри, Саш, открываем. Вот. Открываем. Здесь у нас тоже конструктор. Здесь у нас кролик. Вот такой кролик. Тоже у нас из серии птички-рыбки. Давайте его соберем. И вот ставим правую часть. Одну часть. Ставим одну часть. И ставим другую часть.
И получился у нас вот такой вот странный зверек. И так получилось у нас 4 игрушки. Кролик, робот, космическая станция и рыбка-птичка. Вот такие 4 киндера. А вот робот у нас открывает ротик. Вот как из советских мультиков. Ам-ам-ам-ам. А это вот непонятная такая вот космическая животинка, космический кролик, космическая рыбка-птичка и космический шаттл, на котором они все улетят. Сашуня! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока!